Авиация и почти 200 спасателей всю минувшую ночь тушили сильный пожар на севере Москвы. В районе Медведково загорелся крупный склад с лакокрасочными изделиями и резиной, где также располагались десятки офисных зданий, ресторан и фитнес-клуб. Затем, как огонь уничтожает их имущество, в панике наблюдали десятки владельцев. Пожар был настолько сильным, что пламя виднелось даже в соседних районах Биберево и Алтуфьево. Жители просыпались от оглушительных взрывов и едкого дыма. Он распространился на десятки километров. За ситуацией в районе происшествия всю ночь следил наш корреспондент Кирилл Альков. Сейчас он выходит на прямую связь с нашей студией. Кирилл, что в эти минуты происходит в Медведкове? Да, Лен, ну сейчас мы работаем на 13 этаже в близлежащей высотке, которая находится примерно непосредственно близко к месту происшествия, примерно в 2 километрах от очага возгорания. И вот несмотря на то, что уже сейчас констатируют пожарные, что пожар локализован и ликвидирован, все-таки клубы густого черного дыма продолжают взмывать воздух, а здесь в округе чувствуется едкий запах дыма и гари. Это несмотря на то, что представители специальной комиссии, которые также работали здесь всю ночь, пока не фиксируют предельно допустимой концентрации воздуха, то есть здесь каких-либо проблем нет. Пожарные всю ночь пытались справиться со стихией, больше 150 человек личного состава и почти 80 единиц техники пытались справиться с огнем, который охватил здание. Площадь пожара достигала 15 тысяч квадратных метров, и в какой-то момент представители МЧС получили приказ покинуть здание, так как сохранялась угроза обрушения, поэтому пришлось использовать авиацию. Кстати, угроза обрушения сохраняется и сейчас, так что нельзя исключать, возможно, каких-то новых инцидентов. Ну и кроме этого, хочу добавить, что сейчас пожарные продолжают такие реконструкционные работы, занимаются проливкой перекрытий, сооружений на месте ЧП, так что пожарные расчеты пока не разъезжаются. Ну и сейчас все подробности того ночного происшествия, свидетелем которого в том числе стали и мы, и хронология событий в нашем репортаже с места событий. Столбы пламени взлетают в воздух на десятки метров. Взрывы, как грохот канонады, не прекращаются несколько часов. Едкий, удушающий запах гари окутал целый московский район на километры вокруг. Эта ночь для жителей Медведково стала кошмаром наяву. Тысячи человек с ужасом наблюдали, как пожарные изо всех сил стараются потушить гигантский двухэтажный склад, охваченный огнем. Побежали сразу, вызвали охранников. Они позвонили уже в пожарную. Буквально за 20-30 минут разгорелось из-за того, что огонь начал валить. До сих пор непонятно, где именно и почему начался пожар, но пламя буквально пожирало здание. Когда на место приехали пожарные, полыхали уже сотни квадратных метров склада. Он был забит до отказа канистрами с краской, строительным лаком, машинным маслом, а еще автомобильными покрышками. Они вспыхивали и взрывались одна за другой. В итоге площадь пожара, хотя его и пытались залить водой, только росла. Куча всего воспламеняющегося, нам как главный инженер сказал, если там есть куча всего того, что может взорваться. Если сейчас до этого дойдет, то будет полный, короче, всем. К складу стянули пожарные машины со всей Москвы. Они взяли здание в кольцо, тушили сразу с нескольких направлений. Но и этого оказалось недостаточно. Пришлось заливать здание еще и сверху, сразу с 2 вертолетов. Чтобы не терять ни минуты, воду черпали из ближайшего пруда. За ночь таких рейсов пришлось сделать столько, что пруд к утру обмелел. Пламя было выше домов, прям видно, что метров на 15, а может и на 20. Всю ночь лаборатории МЧС брали пробы воздуха. Концентрация вредных веществ осталась не опасной для жизни. Помогло то, что ветер уносил дым в сторону от домов. Но жителям советовали на улицу не выходить, оставаться в квартирах. Это пол района, мне кажется, явно тут. Полыхает, там прям дымовуха, не видно даже. Из-за пожара движение на близлежащих улицах перекрыли. К тому же пламя могло перекинуться на автомобили, припаркованные рядом со складом. Когда пожар был локализован, на борьбу с огнем внутри здания ушло еще несколько часов. До горящих помещений было тяжело добраться из-за неудобной планировки здания. Как только в здании закончат работу спасатели, им на смену придут сотрудники прокуратуры. Им еще предстоит выяснить, был ли пожар случайностью или умышленным. На территории промзоны, помимо склада, много офисов. Возможно, что-то не поделили представители конкурирующих фирм. Сейчас наготове и врачи, несмотря на то, что облако дыма уже практически рассеялось. Возможно, местным жителям, которые этой ночью надышались гарью, еще потребуется медицинская помощь. Кирилл Альков, Елена Хмура, Анастасия Успенская, Александра Пинина. Известия специально для РЕН-ТВ.